К политическим новостям. Владимир Путин сегодня вечером прибыл в Душанбе, где состоится встреча глав государств, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана уже пообщались в неформальной обстановке. Завтра на саммите ОДКБ они будут говорить о противодействии террористическим организациям, которые активизировались в разных частях мира.